Здравствуйте, друзья! Небольшой рассказ о моем путешествии домой. Аэропорт, как можете видеть, совершенно пустой. И я была первая. И вот мы в воздухе. Самолет набирает высоту. Обратите внимание, на крыле самолета улыбка. Улыбка TUI Fly. Это фирма, с которой мы всегда летаем на Тенерифе и обратно. Что мы видим под крылом самолета? Гористая местность, различные индустриальные постройки и банановые плантации, натянутые сеткой. А вот здесь можно видеть ветряные мельницы. Ветряные мельницы и солнечные батареи – это основное электричество Тенерифе. Бананы выращиваются в сетках, потому что, чтобы сохранять влажность. И вот мы приблизились к океану, и наш путь будет идти через океан. Почти половина дороги лежит океан. Голубое небо, голубой океан и тонкая полоска облаков разделяет их. Так как мы летим днем, то можно очень хорошо наслаждаться тем, что мы видим под крылом самолета. Под крылом самолета облачка, как жемчужинки, собранные на ниточке. Половина пути мы наслаждаемся прекрасно голубыми оттенками неба и океана. Но вот картина поменялась. Мы летим над материком. И под крылом самолета можно видеть горы. Заснеженные горы и облака. Облака – признак того, что мы приближаемся к Бельгии. Не может быть иначе. А здесь в облаках разрыв, и можно видеть землю. Самолет снижает высоту. И можно видеть приближающийся Брюссель, столица Бельгии. Вот уже можно разглядеть очень четко районы Брюсселя, его дороги, домики, парки. Самолет снижается очень плавно, незаметно, очень комфортно. Мы счастливы, что Бельгия нас встречает все-таки лучиком солнышка, не так уж и пасмурно, не так уж и холодно. Всего 6 градусов. После Тенерифа, о, это очень холодно, конечно. Мы сразу все замерзли. Самолет все ближе и ближе к земле, и мы идем на посадку. И никто не аплодирует при прекрасной посадке. Это нормально. Полет завершен, и я хочу поблагодарить вас, мои друзья, за то, что были со мной.